Андрюхе окушок взял. О, как хороший окунь. Все, домики. Вот какой красавец. Ага, обновил ее. Значит, ловим дальше. Окунь есть еще. Опять пошла раздача. Мы пока только снимаем и наблюдаем. Ой, тут зашел. И кончик. Хороший кусочек. И у Вити поклевка была тоже. Сошел. Сейчас и мы попробуем взять. Кусок в домике. Ох, красавчик. Ох, какой там мандрюка вытащил. О, в домике. Мандрюки третий, у нас по нулям еще. Нашел правильную резину. Да. Ну на джиг так всегда так в руку. Плавают там наши кушары. Ой, как он его зажевал. Даже на камеру заснялось. А, так. Иди сюда, родной. Опа. А? Красавец-то какой. Этот кусок пойдет к нам. Ведерочка. А ты что туда кидаешь сразу же? Да, ведерочка. Вот такой аэратор, смотрите, ребята. Оп. Все, вся рыбка живая, уже, наверное, часа 4 там плавает. Да. Да там котел такой, блин, в 30, наверное, 40. Кипятильник закидывай, будет уха. Продолжаем ловить дальше. Лаврушки кинул. Я говорю, тут щучка может цапнуть, а у Витяю тут загиб, видимо, загиб, окушок. Да небольшое, но есть вида. Ну, хоть разловился. После наших приключений. Греет тут? О, есть! Включился. Ты бы так футбол играл, да, как рассказываешь? Под лодкой. Люди его уже видят. У меня сегодня прет на таких. Да. Витя говорит, это маленький у него. Ну ладно. Пускай люди в комментариях напишут, маленький это или не маленький. Ну это полкилограммчика есть такой. Хорошенький. О, зацеп. Терес, давай. Вилса аравиню. Сейчас Витёк поднимет окушка. Ох, какой красавец. Сава, бро. Покажи его, как баса. Да, это небольшой. Ну, покажи его, чтобы заставочку сделаем. Да. О. Смокс? Да. Загиб. Как и говорил, сегодня буду оператором, рыбу ловить не буду. Это угря. Давайте сфоткаю. Аккуратнее, смотри сюда. Витя, я снимаю. А, да? Есть!
Может, пока хотим попробуем к камышу привязаться? Да просто. Сейчас нашли, да, получается? Не крупно. Ну все же. Ну видите, где люди ждут. Ах ты, рыбий глаз. Красивый. О, ну а. Матрос. Все, в домик. Бля, Витя, Витя. Ну это же окунь. Мелкий, не мелкий, но. В следующий раз я знаешь, что возьму? А, пускай живет. Ну подожди, подожди, давай, что там у нас? Окунь, щука. О! Дуплет! А, сошел! Ай-яй-яй, спиннинг! Вот здесь место хорошее. Ай, красавчик. Не зря я нам показал, что тут давай. Что-то стоит у нас. Пускаем. В домик. Опа. Все, на месте, красава, Андрюх. Ладно, будем заканчивать рыбалочку. Ловили сегодня вроде неплохо, то там такие у нас уже тучи идут, скоро ливанет. Витек, Андрюха, я половили, рыбку натаскали, будем собираться домой. Так что свинец, который я вам показывал до этого, рабочий, ссылка на продавца будет под видео в описании. Так что, ребята, переходите, покупайте. Свинец того стоит. Ну а мы поехали домой. Всем пока!